Привет. О, привет. Что ты делаешь? Я на свидание собираюсь. А ты какая-то грустная. На свидание, все на свидание. А я, а меня, меня парень бросил. Скажи, что случилось? Что случилось? Не буду ничего рассказывать. Все парни дураки. Ну, как хочешь. Успокоишься, потом расскажешь. Что, ты теперь будешь объедаться? Да, буду. Я тебе никому не нужна. Ну ты же будешь толстая и вся в прыщах. Зачем ты ешь эту гадость? Отстань. Это мое дело. Хм. Как знаешь. Ого. Это ты все съела? Как в тебя только помещается. Обалдеть. Да. Я такая. Присоединяйся. Вместе телек посмотрим. Нет, спасибо. Я должна быть в форме. Ой. Что? Ой. Хоть бы за собой убирала. Что это такое? Не пройти. Эй. Просыпайся. Просыпайся. Ну, вот. Проснулась. Ты себя в зеркало видела? Нет. А что такое? Сейчас принесу. Смотри. Что это такое? Прыщи! У них никогда не было. Откуда? Все, убери это зеркало, убери. Да нет, смотри. Будешь продолжать столько есть, еще и толстой станешь. Да все, все, не буду больше я есть, не буду эту гадость. И так живот болит. Кажется, телефон звонит. Не мой, это твой? Да, это мой, ты можешь его найти? Да, сейчас принесу. Вон, держи. Алло. Привет. Свидание? Какое свидание? Ты же меня бросил. Я неправильно поняла. А через сколько? Да, все хорошо, я согласна. Буду ждать. Что случилось? Кто звонил? Он пригласил меня на свидание. А я... Ты видела, что с моим лицом? И что мне с этим делать? Сейчас, подожди, я принесу косметику, мы все замажем. Быстрее, быстрее. Давай я тебе помогу. Вот, уже лучше. Так, расчесочка, причешемся. Угу. Помадкой губки сейчас намажем. Так, вот, красота, правда? Я неси зеркало, сейчас. Ну вот, смотри, вот, так действительно лучше. Ура, я могу пойти на свидание. Да, теперь точно можешь, только много не ешь. А то, боюсь, завтра мы не сможем это закрыть косметикой.